Дорогие друзья, уважаемые гости, низкий поклон родителям жениха и невесты, огромный привет, просто пламенный привет нашим Диме и Юле. Мы уже несколько лет знаем нашу дорогую Юлю, с тех пор, когда она к нам пришла в молодежный совет, не просто пришла, она взошла, как будто на свою очередную горную вершину. Но для начала мы бы хотели бы представить всех членов нашего молодежного совета гостям, родственникам, друзьям и, конечно же, в первую очередь Диме, чтобы он знал, с кем же она там проводит свое нерабочее время. Молодость моя, это я везде. Молодость моя, это наш совет. Дорогие друзья, это Валентина. Валентина Анатольевна. Валя работает врачом аллергологом в городской поликлинике номер 2. Лечит весь состав молодежного совета от аллергии. Она председатель правкома городской поликлиники номер 2. Ну и, конечно, как вы догадались, она председатель молодежного совета. Аплодисменты! Дорогие друзья, по совместительству Валя у нас мать двоих детей. И, как вы видите, она еще и ждет третьего. Мы все молодежным советом подозреваем, что она занимается черной магией. Ну, извините, после двух беременностей и родов выглядеть так, в общем-то, худой и стройной, она точно ведьма. Это Зарикто Бадмажапович. Зарикто пришел на свадьбу прямо из морга. Просто он работает в морге врачом судебно-медицинской экспертизы. Несмотря на свою жуткую профессию, он на самом деле очень веселый и добрый человек. Также он председатель правкома в морге. Когда-нибудь мы все попадем к нему на стол, но пока нам очень приятно сидеть с ним за одним столом и выпивать за счастье молодых. Это Ольга. Ольга Владимировна. Ольга работает врачом-стоматологом в республиканской стоматологии. И, конечно, она председатель профсоюзного комитета. Помимо того, что она знает всех членов совета изнутри, она еще является всевидящим оком молодежного совета. Она увлекается фотографией, и все наши мероприятия запечатлены на ее фотоаппарат. Мы не сомневаемся, что она припрятала несколько компрометирующих фото на каждого члена совета, в том числе и на Юлю. Это Маргарита Леонидовна. Наша Маргарита работает специалистом по социальной работе в республиканском психоневрологическом диспансере. В совете она проводит командообразующие тренинги и отвечает за денежный оборот. Ни одна копейка не ушла из-под ее строгого контроля. Это Санжи Батоевич. Наш Санжи – новичок в нашей команде, но уже прошел боевое крещение. У него интересная профессия. Работает он физиком-ядерщиком в онкологическом диспансере. Многие спрашивают, зачем физик-ядерщик в онкодиспансере? Ну, вы знаете, вам интересно? А вы спросите у него сами, у неженатого, высококвалифицированного специалиста. Позвоните ему на номер телефона 8-983-420-1785. Между нами